Подбиваем итоги. Вазари! Вазари! Мате! Два Вазари у Гуряну. Аджуме! Последняя минута. Мате! 40 секунд. Аджуме! Никита, не расслабляйся. Никита, не расслабляйся. Борись до конца. Мате, обоим шида за неведение борьбы. Хаджиме, 15 секунд. Два Вазари у Гуряна. Сейчас третья шида, кого-то можно снять. Просто... Чезар, ты что, Чезар? Ну не при тренере. Я должен наказать. Время. Встали, пожалуйста, быстрее, мальчики. 7-0 Унгуряну. Поклонились, построились все, кто боролся. Заправились, быстро построились. 7 остановок. Блин. Бегать должен, кросс, если ты хочешь хорошо бороться. Так. Подравнялись, быстрее. Кто еще боролся? Значит так, Андрюшенька, все взял? Пожалуйста, не разговаривай. Значит так, подвожу итоги. Значит, здесь Маша, Данит и Кристи, я уже сказал, Маша первая. Унгуряну, Поляков, Петик, Бутук. Значит, у Унгуряну 3 победы. Значит, первое место. Бутук. Ты последний выиграл, проиграл? Выиграл. У тебя 2 победы, значит, у тебя 2 место. И Поляков, Петик, вы разделили, у вас была ничья, вы разделили 3 место. Сейчас, Никита, я тебя прошу, ты не обижайся. Почему? Старайся, чтобы когда кто-то судит, чтобы судили, как бы, все. Чтобы видео посмотреть, до свидания. Вот. Он рассеянный. Я не все видел. Может быть было, может быть. То есть мое Вазари я видел. Его Вазари не видел, потому что это поражение. Ты не обижайся, да? А старайся никогда не падать. И пожестче. Бороться. Вот дальше нет коронных приемов. Вот ты с ним боролся, нет коронного приема. Ты пришел на тренировку, первое, что ты сделал бросок, свой корон, а потом остальное. Так, значит здесь. Первое место. Шаг вперед. Похлопали. Шаг назад. Значит так. Вика имеет 1 победу, 2 победу. Сыргу имеет 1 победу. Петру имеет 1 победу. Вискун имеет... А? Я Вискуна и Сыргу. Вискуна и Сыргу 2 победы. У Вики 2 победы. И у тебя 2 победы. Сырбу как ты выиграл? 7-0? Вазари? Япон. Япон. А? Япон. Был Япон. А у Вискуна? Тоже. Я сыграл, да. Он победил. Япон? Да. Япон. Значит, 2 победы. 2 победы у Вики. У нее 10 и 7. То есть одна победа чисто, одна 7. Она имеет 17 очков. 2 победы. И у тебя 2 победы, 10 и 10, 20-0. Значит, сначала смотрится по победам. Если по победам у вас 11. Дальше смотрится по очкам. Получается, у тебя 20 и у нее 17. Значит, ты занял первое место. Все. Значит, Ксюша боролась с Чезаром, с Георгием. А что еще надо? Тебе шумал?
Первый раз шлепнулся, второй раз не шлепнулся, третий раз она, вон, посмотри, все мокрое. Значит, первое место Ксюша. Так, я извиняюсь, просто нужно было бегать там директором, все группа, все. Алинерия? Значит, еще раз. Когда борешься, не разговаривай. И не отвлекайся на судью. Хорошо? Значит так, хорошо боролся, нормально боролся, хорошо боролся. В следующий раз я поставлю тебе другие. Да? Ты вообще. Вот еще раз. Ты, вот вы, вдвоем Ксюшу должны дергать, знаешь, выходить и бороться с ней. Если вы с ней будете бороться, значит вы на республике хорошо будете. Все, Алинерия, Греб, Ламин, Дерри. Да не дышать, я тебя прошу. Можно взять? Да, можно. Не обижайся. У тебя уже не первый раз так получается. Ты наоборот скажешь, Сергей Анатольевич, смотрите за сладкое. Никита. Когда будешь играть, Никита Сергей Анатольевич, смотрите за сладкое. Я буду смотреть, и все, хорошо? И может быть... Все, закончил, Толстухов. Что, отдыхал вчера, да? Все, построили. Толстухов, мой вчера не мой. Слушай, ты хочешь спросить что? Эй, карточку дайте. А это кто? Что за молодой человек? Кого ждешь? Мама и папа звонят. Максим. Слушай, Латой. Латой, да. Построили. Да, телефон не забывай. Так что это за телефон чей, блин? Он задрал уже. А, это и... Пацаны, блин, я должен, а потом делайте, что хотите. А там, да, хорошо, я. Что по скутам, блин? Что ты сзади пристроил? А впереди, не молчать. Вот, сейчас, выключи, все.